Мои картины – это современное искусство. Я взял просто смело, сделал три зарисовки цветка красками. И ты скажешь, что это мазня, но это современное искусство, это великое искусство. И там главное впечатление, импрессионизм, а не реалистичность. Потому что я просто делал это быстро очень. Хочешь посмотреть? Нет, не хочешь. Это живот назвал. Вот. Саша, иди оденься. Пожалуйста. Вот. Иди оденься. Я для тебя. Надо. Для тебя. Не надо. Иди оденься. Иди оденься. Я современный художник. Я хожу голым. Саша, я хожу голым и картины пишу. Ладно, извини. Ну, я для тебя. Для тебя. Хорошо, но я для тебя сделал картину. Для тебя картину сделал. Я уеду, но мне некуда, мне некуда. Возьмите меня куда-нибудь, чтобы я уехал отсюда. Пожалуйста. Потому что мне здесь нигде, ничего здесь хорошего нет. Я пишу картины вон. Хожу, ну, по дому голым, вон. Это никому не нравится. В темноте все равно не видно ничего. Я современный художник просто. Заливаю видео, как я работал в саду сегодня. Ой, сколько же оно длится, эта заливка, это капец. И зачем? Что я хочу доказать? Ведь меня все считают паразитом и бездельником. Ну так и есть, я не отрицаю. Но я работаю при этом в саду. А ты сидишь на заднице в офисе. И пишешь мне, ах ты главный паразит, ах ты сумасшедший, ты псих. Пишешь мне, что я псих. Но при этом, попади ты в психушку, диагноз бы тебе поставили там. Ну, а мне почему-то врач не поставил, он отнесся ко мне как... Он просто сказал, что я очень всего боюсь. Ну, там, каждое изменение обстоятельств, например, даже то, когда меня выписывали, то есть радостное событие, как будто бы из тюрьмы тебя выпускают, то есть, потому что психушка это закрытая, как психотюрьма. Даже это вызывало у меня сильное волнение, то есть, понимаешь, как бы. Он ничего не говорил о аутизме, ни о чем таком. Он об этом вообще не парится. Он посоветовал мне, как можно зарабатывать много денег при помощи электроскрипки. Ну я просто не знаю, что-то... Я вообще не верю, что я могу зарабатывать деньги. Я только вот грузчиком заработал денег и купил себе для электрогитары шнур нормальный. Ну, просто я... Мне нет никого, кто бы меня обучил, я сам... Просто играю, и весь интернет надо мной угорает, потому что я не умею играть и петь, но я пытаюсь это делать. Душа просится. Такой вот я, ну да, я псих, я фрик. Если я не умею играть и петь, но я хочу научиться, но я при этом пытаюсь петь и играть, значит я фрик, и псих, и ненормальный, и дурачок. Ну капец. Такая дилемма. Ну а что если я в будущем когда-нибудь научусь все-таки? Вдруг научусь хоть немножко петь и играть на электрогитаре. Тогда я что я тогда не буду больше фриком, психом в глазах общества. Ну, в ваших глазах. Да, мне было грустно. Я
помню, подошел, познакомился. Мы с отцом стояли там, чтобы, ну, у меня вот эта вот душка сломалась. Мы стояли, чтобы ждали этого мастера. Там с девушкой подошел, познакомился, которая тоже художница, тоже в очках, учится в художке. Вроде разговорились нормально, обменялись телефонами. Я ей написал один раз и позвонил там, автоответчик ответил. Короче, у меня такая грусть была, что я ей говорил, что я очень одинокий, что хотя бы можно будем друзьями, пожалуйста, не бросай меня. Ну, как бы я сказал, я не буду навязываться, если скажешь, уходи, я его просто уйду, ты меня больше не увидишь. Но она, короче, вообще не отвечает, больше ничего в ней не слышно было. Я больше ничего не писал, и ну, такая вот грустная история. Завтра снова еду помогать бабушке. Я просто не могу нормально заниматься живописью, потому что времени мало, мне нужно быстро, быстро, быстро. Поэтому я делаю вот такие картины, как бы мазню, в общем, в простонародье, которое называется. Ну, то есть современное искусство. Импрессионизм. То есть, где нет реализма, где быстро-быстро впечатление ловишь, быстро-быстро пытаешься, смелость развиваешь. Все, загрузилось. Загрузились все видео ВКонтакте, где я в саду работаю, где мама на меня орет. Вначале. Можете посмотреть, я там с голым торсом, дистрофик, я сельский рэп читаю. Просто ради прикола. Потому что я дурачок. А на Ютубе что-то не загружается, зависло на одном проценте, на том же проценте не загружается. Кому я что-то пытаюсь доказать? Все равно меня все считают бездельником, паразитом, но я сам себя таким считаю, и я тягощусь этим. Ты думаешь, это легко быть бездельником? У тебя нету денег, представь, у тебя нету денег, ничего нету, ни девушки, ни денег, ни друзей, ничего. Думаешь, это радостная жизнь, да ты с ума можешь сойти от такой жизни, блин. Посмотри на мое лицо, оно офигенно грустное. Словно ветра порыв. Опять заглушила в себе эмоции жизни. Трэш-архив моих старческих эмо-трэп треков. Что-то никто не хочет стонать. Эмоции жизни. Не. Все узнали, все, кто в моей странице узнали, что такое пейзаж из готики, даже если он нарисован так стрёмно. Да и интересно. Так, что тут? Ничего себе тут. Я художник, рисую пейзажи. Мяу-мяу, моя кошка просит кота. Кота просит кота, моя кошка, это просто так.
Тена тен. Фуфламицин. Тена тен. Фуфламицин. Тена тен. Фуфламицин. Тена тен. Фуфламицин. Помогите, блядь, ну все мы люди. Приведенные диалоги из цитаты, что я служил свой адрес. Бля, чувак, мне стало на тебя просто похуй. Бля, чувак, мне нам всем стало на тебя просто похуй. Дело в тебе, просто мы все занятые люди. Рыбки ему говорят. Прикол. Взрыв. Только вздох. Ну-ка посмотрим опрос. Словно скрип океана и слишком устала. Стали в тебе все, достали в тебе все, достали в тебе все, достали. Че себе 5 лайков? Это много. Чё? Создать портовый бордель Хариниса. Кстати, как котик. Не знаю. Плюс. В основном проголосовали за плюс. Отдельный альбом только. Проголосовал один человек. 4 за отдельный паблик. Короче, ладно, создаю паблик отдельный. Сообщество. Сообщество. Создать. Где создать? Создать. Где создать? Блин, нифига не загружается на YouTube. Мои видосики. Смотри, какие кости выбирающие. Просто жесть. В саду работал, ё-моё, это тебе не просто. Привет, очкарик. Единственное, что я слышал в
чат рулетки от взрослого мужика, который должен быть умен, но он туп в свои года. Он как был тупой, так и остался, блин. Я ничего ему не ответил, просто забил. Ну блин, настолько быть тупым, даже ребенок не его. Насколько надо быть тупым, чтобы сказать при виде человека приветочка. Ладно. Даже сейчас полностью голый, да. Это жестко. Моя мама не одобряет. 5% зарядки. Сейчас разъедится телефон. Тогда я сейчас отменю загрузку, потому что это капец. Отменить. Потому что все равно не загружается нифига. Офигенно у меня волосы, да? Как у Франца Кафки вообще шевелюра была мощная, кстати. Отменить меня. Отменяем загрузку. Так. Все. Теперь, еще это, отменяем загрузку, а теперь загружаем, но с компа добавить видео, изображение. Загружаем на ютубчик. Загружаем давай. Как моя мама кричит на меня утром. Даже лень называть это видео. Мама кричит на меня утром. Спина болит. Не могу сидеть за этим стульчиком, за этим столиком неудобно. Просил играть в игры, теперь у меня проблемы в жизни. Да. Проблемы. Когда бросаешь, сидеть за компом, начинаются проблемы в жизни. Серьезные. Разные проблемы. Могут быть очень серьезные даже, кстати. Так что осторожней там. Вообще со мной происходит какая-то жесть. С тех пор, как я бросил виртуальный мир. И занимаюсь только разве что загрузкой своих видео. Я был бы рад крайне, если бы у меня была девушка, и она бы загружала мои видео и смотрела все сообщения. То есть, у меня никакой ревности нет. Смотри все сообщения мои там. Смотри все мои дневники, все мои видео, загружай все там, что хочешь, предоставлено, я весь как на ладони для тебя. Но я не Гарик. Гарик. Блин, жалко Гарика. Он просто не хочет платить алименты, представляешь? Вы просто не понимаете, что ему придется платить алименты, если он разведется с Асмус. Ладно, это прошедшая тема давно. Я давно не смотрел YouTube и хорошо. Не хочу смотреть его. Не смотрю YouTube, не смотрю телевизор. Вот это прогресс. Не играю в игры, удалил их. Вообще никакой даже силы воли не прикладываю. Просто неинтересно это все. Мне даже интереснее просто сидеть смотреть в окно. Я стал курить сишки.
и все в моем городе. 99% там 90 девушек, парней курят с подросткового возраста, сишки бухают. А я только в таком позднем возрасте начал. Вот что интересно. И я думаю, у меня не будет зависимости, потому что у меня генетически нет зависимости к этому, как есть некоторые особенности у меня генетические, от переданные от бабушки и от бабушек. И насколько я узнавал, так чуть-чуть, походу от бабушек мне передалось то, что я независим от алкоголя и сигарет. От моей бабушки мне передалось то, что у меня зубы идеальные. У нее идеальные зубы, ну, до сих пор, то есть свои собственные. А обычно у людей, как я узнал недавно, например, Ларин тот же самый, зубы меняют уже в 30 лет. А потом это, и еще и гордится ими постоянно, и там так, и делает, так постоянно зубы показывает, демонстрирует, как мудак. Хорошо, что я перестал смотреть этот YouTube дурацкий. Ай, это ж вообще просто сойти с ума можно смотреть этот YouTube, слушать этот YouTube, как радио, это кошмар. Лучше в тишине побыть. Нет. Сейчас я, кстати, не ощущаю руминации и обсессии. Нормально так. Я хотел на гитаре, я все время хочу на гитаре играть, или в гитаре, вот она стоит. И это шнур, который я купил за свои деньги, заработанные. И это, и петь, постоянно импровизируя. Жаль, у меня талант, жаль, у меня нет умения, навыка. Пожалуйста, научите меня. Прошу вас, научите. Научите. Прошу, прошу, научите меня играть. На электрогитаре и петь. Умоляю. И тогда я буду постоянно вам перлы выдавать такие, что вы будете там угорать. Вы будете ожидать новый трек от Сани Алёнина. Точнее, не трек, а песню под гитару. Ну, еще буду трап эмо треки записывать. Не от слова трап, а от слова, от музыки. Музыка такая, направление. Просто атмосферная музыка, мелодичная, офигенная. Я раньше делал под нее три альбома записал. На три альбома треков записал, абсолютно вложив всю свою душу и всю свою, ну, все там именно мое, то есть там нет никакого копирования. Если хотите, задонатьте мне, я выложу общий доступ. Соберитесь там, сговоритесь с ребятами. Я выложу в общий доступ все альбомы конца 2018 и 2019 год, которые я стыдился все это время выкладывать. Их никто не слышал почти. Я их делал под таблетками и находясь в сильной депрессии. Ну, там, возможно, биполярка была, не знаю. Ну, в общем, вы удивитесь, если послушаете эти треки. Я думаю, вам стоит. Вы не пожалеете, если задонатите. Хотя бы посмеетесь вдоволь. Хотя бы как минимум посмеетесь вдоволь, а как максимум, может быть, вам что-то в этом даже и услышите, что-то интересное. Ну ладно. Так, загружаются видосы. Эстетика готик. Закрываем.
Все, в общем. Я хоть и обещал, что буду выкладывать только рисунки здесь, но пока что 50 на 50 будет, но дальше буду только рисунки выкладывать. Я к этому стремлюсь, просто не сразу. Сколько процентов? 3% всего. Просто за ограниченное время быстро, торопясь, сделал сколько рисунков сейчас завтра в сад работать в саду на свежем воздухе. Тяжелая работа под палящим солнцем. Это круто, но это тяжело. Это тяжело, детка. Я зую тебя так, что ты вся будешь в засосах. И они скажут, кто этот маньяк, который напал на тебя, скажи. Это Саня Алёня. Он вышел из психушки и напал на меня. Не говори им, что это поцелуй, потому что они не поверят или будут завидовать. А это самое худшее. Они будут злобно завидовать, клеветать. Скажи просто, что это маньяк. Из психушки сбежал. Отчасти это правда. Ну ладно. Все, в общем. Спокойной ночи, ребята. I like you, bro. I love you, girl. Я уважаю тебя, мой подписчик. Я люблю тебя, девушка, которая смотрит на меня, если вообще такая есть. Ну, хотя меня 0 человек смотрит. Даже 0 человек я уважаю. Все.